Ну а тем временем Петр Порошенко вновь в центре внимания интернет-пользователей. Они обсуждают загадочную емкость, которую Порошенко показал в Одесской области на заседании Совета регионального развития. Он внезапно продемонстрировал собравшимся канистру, заявив, что это единственная вода местного разлива, которую его помощники нашли в магазинах. Но те эмоции, с которыми выступал лидер Незалежной, заставили комментаторов выдвинуть свои версии. Они пишут, что это, цитирую, чистейший спирт. Другие предположили, что у Порошенко сложности из-за выпитого накануне.